Холодно. Здорово, помидорыч. Как твои дряблые дела? Приветище. Пап Грызаный, плохи мои дела. Холодно мне. Ты серьезно? Так ты же в холодильнике. Ё-моё, здесь как в Арктике. Эй, красный зад, ну и куда это ты собрался? Ты не видишь? Двери открыли, продувает меня мои волосишечки. О, да ты что? А мне вот нормальненько, мне везде продувает и хорошечно. Даже мою дряньку-головенечку. Да у тебя, конечно, полбашки нету, вон, зафертарчатые штаны. Ай, да хватит тебе. Продувай, задувай, в голове сквозняк давай. У тебя, походу, там реально сквозняк, чувак. Эй, ты, свидишь меня? О, ты мне что ли? Тебе, крестный пузо, сюда иди. Чё? Сюда, говорю, иди. Не пойду я к тебе. Я тебе сейчас там мотой размажу по твоим стёклышкам. Эй, да иди ты. Красный. Ты откуда там вообще взялся? Ты чё? Ты чё там вообще делаешь? Красный. На, рука немела. А? Чё у тебя там? Да ты глянь. Что такое? Там это, брокколи. Ох ты ж, едем батон, мы не одни. Дочка. Хы-ча! Хы-ча! Тринича! Фигеть! Мы с тобой не одни такие живые, ты прикинь! Замочишь меня в помидорах! Эй! Бесплитный! Ну что там твой томатный друг идет ко мне на битву? Ща я поговорю! Слышь, томатный, ну ты пойди, ну тебя там брокколи зовет! Не-не-не-не! А чё? Он опасный! Капец опасный! Чё, столся-толстый? Ну, помидорыч, но будь ты настоящим томатищем. Отхватишь по томатам, потом дуганами будешь на всю жизнь. Ну чё ты, ну сходи. Он такой же, как и мы. Чё ты ломаешься, как помидорка? Ну сходи. Эй, Ви. Ну чё, доболтались, да? У него динамит. Бежим. Ноги онемели. Да ну надо бегать. Мне кажется ли, он динамит реально кинул? Бомбуэль. Новый вкус томатно-зефирной пасты. Воу-воу, свиньи, полегче, у меня все-таки рогатка есть, я ж вам напуляю из нее. Птицами, между прочим. Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем и сделаем первый взгляд на Angry Birds VR. Посмотрим одним глазком, а может быть и двумя, что это такое. Без всяких приколов, просто прохождение. Будем бомбить... Кстати, отличная птичка. Оу, как я ее натягиваю. Да, не птичку, в смысле рогатку натягиваю вместе с птицей. Ты... хорошо пошло. Смотри, как второй запрыгнул. Как на аттракцион. Но, к сожалению, чувак, ты не успел. Я прошел этот уровень. Музыка здесь просто шикарна. Ну, в принципе, как и всегда в Angry Birds. Они молодцы в этом плане. Я, кстати, не посмотрел вокруг да около, где же я нахожусь, на каком-то острове странном. Так, ребят, запрыгивайте. Как ему весело, слушай, на этой рогатке. Может быть, мы его в бар отправим? Пусть он там попьет коктейльчики какие-нибудь. Ладно, реанимируется, потом зайдет, попьет. Так, значит, свиньи, ловите TNT. Сейчас вас бомбанет. Вот это вам разнесло, там пердуль нормальненько. Так, конечно, не всю. Сейчас попробуем добить. Так, еще один. Еще... А, птицы закончились. Вот черт, ладно. Сейчас еще разок. Можно я, пожалуйста, переиграю этот раунд? Птичка, запрыгивай. Давай. Так, значит, бомбим мы вон туда. Вон там тоже TNT. Ой-ой-ой-ой-ой. С первой ласточки, с первой птички, как говорится, зашло. Прилетело им. Слушай, меня так прет, я вошел в раж. Просто капец. А, да, давай посмотрим вокруг да около. Где ж мы все-таки находимся? Ну, в принципе, вокруг особо нечего посмотреть. Скучно. Все скучно. О, вон, свиньи, кстати, вон там наверху на шаре своем летают. Это местечко мы с тобой уже знаем. Это гнезда птиц, где они живут. И, кстати, да, все мы прекрасно помним, что в мультике они приплыли на корабле. А здесь же они прилетели на воздушном шаре. Но это не важно, мы все равно их разбомбим. О, кстати. Прикольненько, я еще здесь и перемещаться могу. Отлично, это то есть я с любого ракурса могу их разбомбить. Вот же в чем прелесть VR Angry Birds. То, что мы можем с нескольких ракурсов пульнуть птичкой. Это тебе не в 2D на мобилке играть. Ладно, хорош болтать, давай уже запульнем. Попробуем. Хотя нет, не попробуем, я хочу посмотреть, как это выглядит.
Чувак, тебя реально штырит, когда тебя из рогатки пуляют. Офигеть, ты посмотри, как он злобно настроен. Ладно, давай, полетели. Ну давай, в корень. Походу там крепкое дерево. Боже мой, птицы, простите меня, что я расшибаю вас об эту скалу деревянную, непробиваемую. О, кстати, получилось. Ну, ой-ой-ой. Нифига себе. Все-таки не зря я трех птиц угробил. Ушатал все-таки это огромное здание. Деревянное, свининное. Одну звездочку все заработал. Плохо. На первом две, третий одна. Ну, а на четвертом сейчас посмотрим. Сколько же звезд мы сможем собрать. Ну что, птички, полетели? А куда полетим? Так, может, место сменим? Давай полетим. Блин, здесь тоже непонятно. Ну давай вон в ножку шибанем. Центровую прям. Я думаю, это поможет. Или динамит снести. О, нет, это плохая идея была. Ой-ой-ой, падает, падает, еще одна. Нифига себе. Ну, в принципе, толку мало. Давай придерживаться первого плана. Черт, промазал. Птиц, простите меня, что я так неаккуратно с вами обращаюсь. Но выбора нет у меня. О, как сложился красиво домик. Это победа. О, какой грустный свин. Конечно, домище их разнесли. Поехали дальше. Красавчик, прям в рогатку запрыгнул. Снова сейчас попробуем расшатать с тобой одно из зданий. Надо вон в ту ножку стрелять. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, как карточный домик. Считай, что чихнул. Просто красавцы. Так, дайте мне что-нибудь новенького. Что-нибудь необычного, того, что еще не было. Опа. Что это за штуки там? Это вентиляторы? Серьезно? Так, и что с ними делать надо? Это, походу, защита. Если я пульну птицу в этот вентилятор, она улетит вверх. Я правильно понимаю? Да что ж такое-то? Ну как же эти бревна здорово сбивать с одного выстрела? Вот со второго получается. Опа-па-па, пошла вода горячая. Ах, как жаль. Ладно, попробуем добить. Оу, не самый лучший выстрел. Да. Сейчас мы быстренько все переиграем. Сейчас будет все шикардос. Давайте, свиньи, отстраивайтесь. О, как быстро. Ну что, повторим? Так, значит, стреляем в нижнюю часть балок. Как раз проверим вентилятор. А, что-то он, кажется, не сработал, не? Бракованная птичка попалась. Да что ж такое-то, опять все пропукал. Свиньи, вы из чего деревянные балки сделали? Капец, она все равно стоит, она даже не упала. Они мухлюют. Я знаю, что там металл под этими деревянными палками. Что будем делать с тобой? У тебя есть план? Я вот наугад стреляю сейчас. Не, ну ты посмотри, ножку вот. Прям вот. Давай вторую тоже снесем. Капец, минус птичка просто так зарасходовал, считай. Вторая, не подведи меня. Есть, есть. Ну же. Вот так вот вам, свиноты, получили. Выкусили красных перьев. О, да, по такому поводу можно и станцевать. Буга-вуга. Так, ладно, поехали дальше. Не отвлекаемся, не отвлекаемся. Ловим раж. Эй, кто это там запрыгнул? О, здорово, новая птичка. Это же скоростная птичка. Я, правда, забыл его имя. А, как же тебя звали? Забавная птица, кстати, очень крутая. Угарная. Правда, с таким клевом на дятла похоже, но ничего. Это тебе только на руку. Значит, ты будешь прошибать эти деревяшки, как нефиг делать. Давай проверим. Запульем тебя вон туда. По идее, это строение должно упасть на соседнее. Ага, нажмите тигер, чтобы ускорить птичку. Оу! Нифига себе ускорил. Вот это мощь. Вот это крутая птица. Покруче Реда будет, слушай. Ну-ка, давай вот эти две ножки снеси. Блин, вот же она крутая. Она прям две палки сносит, проносит, пробивает. Вот это птицы, вот это я понимаю. Побольше новых птичек дайте мне, пожалуйста. Не-не-не-не. Эй, Ред, а можно как-то птичку поменять? Пожалуйста. Походу никак. Ладно, тогда израсходуем первого. Ред летит у нас в ТНТ. Вон там он между палками. Так. Красавчик, Ред не подвел. Но, к сожалению, маловато мы снесли свиньям. Надо бы положение сменить.
И чего мы с тобой здесь видим? А видим мы нифига. Фиговое положение, надо вернуться обратно. Так. Вот отсюда уже, в принципе, можно стрелять. Так. Птенец. Летим по диагонали. Прошибаем две ножки. Как мы это любим делать. О, да. Да ладно. А, нет, не получилось. Я думал, еще соседнюю свинью заберем. Так, Ред, не подведи, давай в ТНТ. Да. Дубль 2. Прошибаем в ТНТ вначале. Давай, Ред, не подведи меня в этот раз. Да блин, толку опять малого. Ой-ой-ой, ты посмотри, динамит туда залетел еще. Вроде бы я двух свиней снес, да? Вроде да. Красиво вышло. Правда, я так не планировал, но ничего страшного. Это даже к лучшему. И посыпался дом кирпичный. Нет, не рассыпался, черт подери. Давай в ТНТ. Да зачем в ТНТ? В свинью сразу метим. Ну, шибешь же ты его. Я же верю в тебя. Да ладно, ё-моё. То ли я кривой, то ли меня опять бракованная птица попалась. Ва! Есть. Бомбардировка прошла удачненько. Ну чё, давай продолжаем, не останавливаемся. Лупим. Чуть-чуть правее возьмем сейчас. Вот так вот. Хорошо, что есть возможность подойти правее. Это прям шикардятина какая-то. Ну чё, стреляем? Воу-воу-воу, рогатка чё-то глючит. Рогатка, ты чё? Ты чё за фигня? Рогатище не глюч. Такой ответственный момент. Батарейки, что ли, в рогатке сели? Вот етишкин корень. О, уже стабилизировался. Красавчик! Остался последний птиц. Давай, Ред, не подведи меня. Прям в свининную рыло залети. Давай. Вроде... Да что ж такое-то? Почему в рыло-то не... Ну ладно, и так сойдет. В принципе, нормально. Красный птиц умный. Сделает по-своему. Так, это что за постройка такая какая-то? Очень ветхая. Ой-ой-ой, уже 12 минут идет ролик. Надо бы закругляться, слушай. Давай сделаем так. С тебя лайкосик, комментосик под видосик и подписочка на канал, если еще не подписан. И обязательно просто напиши свой комментарий, что ты думаешь про Angry Birds VR. Может, тебе не нравится он вообще, а я его снимаю. А, и про Meat Show тоже напиши. Зашло или нет? Снимать еще? В общем, все в твоих руках. Давай, увидимся в новом видосике. Покеда. Ой-ой-ой, красивая концовочка. Всех свиней раскидал.